это единственное преимущество. Так, а этот? Ты красили давно вы ее? Красила она не очень хорошо, как бы я вот здесь красил. Тут, ну, тут, салон перешитый, да? Ну, салон, да, в Ижевске заказывал чехлы. В Ижевске сиденье водили, там лекалы сняли. Угу. Конец своя кожа уже полопала за 60 лет, так как говорится. Ну да, там тряпочное было. Салон нормальный вроде. Это эко кожа или дерматин? Чего? Кожа или дерматин? Эко? Ну, кожа, да она, ну как, не натуральная кожа, но она самая дорогая, короче. Вы хозяин, да? А? Второй хозяин, вы, да, говорили по телефону? Ну, да, второй хозяин. Хозяин умер, короче, я у сына купил. Диски родные, да? Диски родные. Красили, да, просто? Волгоске. Из доработок что, двигатель только меняли? Ну, двигатель я ГАЗ-24 новый поставил сюда, нулевый. Ага. Потому что я не на выставку, я на ней катаюсь так-то. Ну, нам главное, чтобы кузов крепкий был. Двигатель-то это ладно там. Кузов отличный. Никакой сварки тут нет. Подберем. Под низом ни одной латки нету, ничего. Запаска родная надо? Нет, запаска, я тоже Волгоске. Запаска вот родная стоит. Ага. Она видишь, высокая, например. Да, узкая резина. А, бампера хром родной, да, все или подбирали? Все родное, фонари. Ну, только двигатель я поменял, а остальное. Да, салон обалдеть. Как это? Кожа хорошая, она крепкая, блядь. Ну хрен полезный. Такой сейчас цвет приятный. Ну, я вот такой цвет, я хотел свадьбу обслуживать. Дом покупаю, денег не хватает, под... так хрен продал, и он внучка сейчас. Под проект, да. Внучка нажмет, не продавать дедушка. Я, в общем-то, не собирался так же. Да, ручки такие самодельные. Ну, ручки, это заводские, не, ну просто их. Да и потолок обшитый. Облагородный. Потолок свой остался. Ага. Я вот хотел потолок тоже такой натянуть, вот такой кожи. Друг у меня поехал в Ижевск, потолок снял, они там размеры снимут. Хотел тоже потолок, чтобы весь салон такой был. А пробег сколько был, говорите? 46 пробег был. Этот хозяин у нее с Афганистана притащил вроде бы, как сын говорит. Нифига себе. Двери вроде не ржавые, да, у вас? Нет, нигде ни латок, ничего нет, ни одного пупочки не было. Я там и дед. Машинами сам занимаюсь, я удивился, блядь, сколько лет, да. Ну, она 40 лет стояла. Я зимой тоже не ездил по соли, вот. 40 лет, себе всегда. Случайно там вышел, искал, подошел один парень зимой. В воде залил, нахуй, к аккумулятору и поехал. Сигнала нет? Машина. А, масса. Ох, громко, блядь. Ну, сигналы, рожки там родные стоят. Очки я здесь прям взяла. Музыка, вон. Ну, я радио я вытянул этого... на тебя, поставил мафон, он же не ловит. Старая, да, этот, ламповый. Ну, он с виброметром перемотал, вон, вот это вот. С Питера прислали за 2000, вот стеклышко, да. Там она, да, выгорел весь. Ну, бардачок тут. Угу. Так, это обшивали, да, тоже? Ну, обтянул, да. Я говорю, выгорела она уже там. Так кузов идеальный, вот то, что... Сейчас такие машины не найдешь, блядь, чтобы... Ребята, хуй знаете, какие деньги, гнилые, блядь, да, под 400 тысяч отдают. Да. На сварку только, вон, ребята, это все родное. Стекло меняли, да, наверное? Стекло не меняло, резинка тоже высохла, это жигулевская резинка. Да, это жигулевская, да. Ну, хорошо сидит она. Она точь-в-точь не обрезала, ничего, вообще заебись, ни вода, ничего не подстоит. Это какой цвет называется? Ну, по документам она такая идет. В паспорте написано синий почему-то, блядь, а я
Я купил, она вот такой цвет была. Я подобрал, а это. Побил? Я вон крышу перекрасил. Ага. Помыть надо так. Ну, паспорт, двигатель у меня только вот. Двигатель-то родной у меня. На работе там стоит, он в сборе, все. Помыл его, подкрасил, он у меня там на колесиках. Ну, селедка стоит. Там-то номера супер. Олень это был, да, уже у вас? Олени не было, это 68-й год, уже не стали олени ставить, это я же купил. Ну хром идеально, все блестит. Ну хром, вот. Это все родное. А? В сухом гараже стоял? В сухом гараже, да, я сам удивился. Ну ее подняли там, как на колодке стоял. Фары уже российские, да? Ну фары я новые поставил, там они уже чуть-чуть поржавели. Да, там они... подсугали. Фару. Так, это здесь, видишь, вот ни сварки, ничего нет, как было вот. Фишка вон. Карбюратор жигулевский, да, стоит? Жигулевский, ну я, чтобы бензин экономить, уж, волговский мотор, вот жигулевский. Ну, у меня свой карбюратор, все у меня, мотор есть. Я хочу его тоже там, чтобы законить как бы этот двигатель. 21, наверное. Год выпуска не написан, да, если? Обычно пишут. 68 год, так вроде пишут, нет. Вот номер кузова. А двигатель сами, да, ставили? А? Двигатель сами ставили? Сам, ага. Коробка та же. Родная, движок. Трехступка, да? Да, точная, да. Коробки у меня и 4 есть, газ 24, 5 есть, вон, нахуй я не ставил, она подошла, все. Видишь, здесь ни сварки, ни битые, ничего. Вот как было, я даже крылья не снимал ни хрена. Чуть-чуть промазал так. А что, на свадьбу не заказывают, что сейчас такое? Если... Да я хотел, вот все собирался как-то, все не соберу. Желание. И так у друга есть такая, он возит продавать как бы. Тут видишь, все номера, все вот. Ну, в Октябрьском одна такая Волга, я смотрел, объявления больше нет. Да одна, там ребята говорят, ее в Башкирии хуй такую Волгу, они же варены, переварены, вот все, блядь. Здесь вот, я говорю, все родное, как... Как есть, так есть, да. Какой двигатель? 402, да, это какой-то? 402, ага. Ну тот у меня тоже идеальный, я вот купил, блядь, 140 дал, блядь, бежит. А двигатель отдельно покупали или с другой машины снимали двигатели? Потом? А это, знаешь, это сварочный агрегат, раньше еще при коммунистов, блядь. Сварочный агрегат, короче, стоял, нулевый, блядь. Я у них вместе со сваркой купил, движок снял, блядь. Че, зайдем, мы выйдем на улицу, посмотрим? По кругу. Прокатитесь и идите. Работа, движок. Без наёбки, честно говоря, без наёбки. Сам прокатит идеально, никаких проблем нет. А, оптику включили, да, все горит? Видите? Все мигает. Горит, спереди все горит. Все моргает, все горит. Вот, я ничего не переделал. Оу! Сейчас, Ника. Бабушка не приехала? Нет. Здесь я вот. Обшивали, да? Все, да, булочку делал, блядь. Там контакт у меня. Все. А, кривой ключ? Здесь промазано все. Нигде ни сварки, ничего ему. Я даже крылья не снимал. А задняя тоже резинка, да, от классики? Тоже поменял, все резинки, знаешь, полопались. Широкие, полопались за 60 лет. Колпаки родные, да, тоже? Колпаки родные, диски родные.
Я говорю, она стояла, там 46 тысяч. А подвеска как что, разбирали, делали? А? Подвеску разбирали, делали? Подвеску переднюю. Ну, перебирали, ничего не делали? Ничего не делал. Ничего не делали? Ну, новые накладки поставил, новые цилиндры поставил, они от УАЗика подходят. Угу. Подшипники все новые поставил. Подшипники-то хорошо, конечно. Подшипники, они от чего? От Волги, по-моему, от ГАЗ-24, внутренние, наружные, да, все новое поставил. А зеркала от чего стоят? Зеркала от японской машины. Я выбрал, чтобы они под это. Тут, по-моему, уже не было зеркал. Тут уже не было, а без них. Дворники родные, да? Это родные, да. Я тут вот этой хуйни ничего не покупал. Как купил, вот она стояла. Идеально смотрится. Мотор поменял. Ну с этим мотором получше, наверное, стало? Ну, нормально. Ну, то, что жигулевский карбюратор, немножко бензина как в гору не хватает. А так идет. Там же родной двигатель, по-моему, на 80-м он ездил, блин. На 80-м, а да. Этот, наверное, 92-й, наверное, да? Я хотел газ поставить, сейчас надо его заканивать, блядь, что-то. Ага. Раньше поставил доездить, а сейчас надо оформлять, блин, нахер. Я больно-то. Буфон прокатился один раз так по городу, вон, по кальпичу на лужу. Я их не подсоединил даже. Но они тоже типа... Галоген, Чехословакия. Они тоже как Волга, ну там лампочки меняются. Они как раз вот раньше вот такие были на Волгах. Да-да-да. Я друг подогнал, у него 21-й был, да. Так, по салону посмотрю еще. Проводка все родная, да? Все родное, да. Ничего я не трогал, у нас в хорошем состоянии. Что-то вот не звонит. Нет, нет, все целое. Удивительно, породи родные, все, никакой сварки тут не было. Я не видел, что тут варено было. Угу. Ветер родные все не плохо, никто не трогал, курочки не было. Мы никому не расскажем. Ты знаешь, есть еще с первого взгляда. Мы не скажем, чего мы еще ждать. Победим эту ночь за них подарим. Жизнь одна, давайте выпьем, Наташа. За взгляды без слов, давайте выйдем. Сидели полностью. Студенты меня расстегнули, я отдавал Демиде в общагу и сам стоял. А чуть-чуть я сам стоял, а? Чё, говорю? Это не вареный, всё же родное. Обычно вот эти, блядь, вот. Гниет обычно здесь это. Ну она если 40 лет стояла, она уже в хорошем состоянии. Ну я не 40 лет стоял, я сам удивился, когда увидел, блядь, сразу бензин окопал. Зимой, нахуй, уехал. Ну да, прокатимся. Она все прогретая, да, так легко идет? Грели? Ну, ничего не знаю. Обычно дергается на холодную. Ну, салон такой приятный, мягкий. Как в Мерседесе, но кожаный. Нормально, по городу хватает их карбюратор. Вот когда на трассе гора что-нибудь. Ага. Ремней тут нету, да, не предусмотрено? Ремней нету, да, винты. Я говорю, что ремни? Ну нету, говорит, не штат. Вот этого это... хорошо, вот это ремень хоть. Это что, пикает поворотники? Да. Ребята, бываю. Да, без ремней, конечно. Непривычно. Нахер они по городу не нужны. По городу езжу, блядь, все пипейкают, показывают, блядь. Фоткают. Где остановишься, фотографируют, начинают там. Так яркая машина, конечно. Молодежь не видели такие машины. Ну да.
большая, типа 4 метра на длину. Как тебе не сказал, я восьмерку свою поставил рядом. Вот так, на полметра все длиннее. Я говорю, вон тут крутые ребята, вон купали, блядь. Крыша даже гнилая. Никель, ржавый все. Я говорю, что делать будете? Кошмар. Это, блядь, там вложить надо сколько надо? Это просто вот... Миллион вложишь, сейчас все подорожало. Ну так мне обычно, как бампера передние стоят там. 85 тысяч по интернету, сзади 70 тысяч. Охренеть. Ну да, это... У меня все родное, я больно-то сюда. Мягкая подвеска. Рессорная. Спереди пружина. Сзади. А сколько в ней владеете сами? Сколько у вас она в руках? А? У вас в руках сколько она? Где-то года полтора. А, так мало, да? Я думал, нет. Не, зимой. Соль же, блядь, я зимой не выезжал. Так, когда сухо по городу, по выходным. Это карбюратор поставит родной, она прет, блядь. У меня это третий Волга, у меня все. В 78 году была, я 5 лет ездил. Да, бензин не покупали, да. Но. Потом продал, через 5 лет опять такую купил, блядь. Во сне снилось, вот третий купил. Нравится она мне, все, блядь. Ну, а молодость прошла, работали на ней, может? Молодость, вот молодость. Я пришел в 73-м из армии, блядь, через 3 года. Тогда же в начальство Волга была. И у меня вот тут. Нет, ты останавливаешь. Ни хера, пацан, где ты такую машину взял, блядь? Ох, как резко. Тут на ходу и руль легко, он здесь. Дочка он прокатила. Че, ты здесь стоит, что ли? Ага, стою. Мягко идет. Тормоза хорошие, вкопанные. Да, салон яркий. Она и на солнце, наверное, не греется, белая машина вся. Нет, специально такое. А, давление четверка, да, показывает? Ну, почти, вон. Хорошо. На горячую, видишь, ну, это движок новый. Только вот мне надо узаконить его, вот, блядь. А, по двигателю? Ну, когда я покупал, тогда же у нас в Башкирии не проверяли номера, как запчасть шла, блядь. Но. Я и взял, мотор поменял, а сейчас у нас опять ввели эту хуйню. Ну, я слышал. Я постараюсь узаконить его. Вроде 60 лет в машине бегает, как быстро вообще. Бегает нормально. Я говорю, по городу и карбюратора этого хватает. Вот за городом как гора, блядь. Осторожно. Да, с каждым годом они все дорожают, конечно. И все меньше и меньше. Подобрал я идеально. Такой голубой, да, был? Как он был, да. Просто белый добавили, полоски вот эти. Я купил голубая, она синее была. И банку белый, банку голубой. И у меня получился родной цвет вот такой. Угу. Отлично. Ручник, где же тут все родное? Тут... Ручник родной, да? Только вот радио я выкинул нахуй. Ну, двигатель мы давите и с этим, да? Ну, тоже я отдам, да, естественно. Но вот только как, он у меня не на учете этот двигатель. Угу. Сейчас же можно как там, документы раз-раз, да. Может. Они же, когда я покупал двигатель, не проверяли, да. Я виноват, что пол России, блядь, вот так вот. У меня он. Ауди тоже продать не можем с вами. Тоже вон номер. Купили, да.
как запчасть. Не бейте ничего, так нормально все. Главное, не гнилая. Масло какое заливаете там в коробку? Синтетика меняли? Ну, я Автол налил у нас на работе. Автол, как родная по заводскому раньше. Ну, можно полусинтетику. Шеф, он ну, УАЗик, тоже такой двигатель новый поставил. Полусинтетику налил, нормально. Понятно. Печка такая родная, да? Печка тоже? Родная, да, она нормально дует. Ну, ладно тогда. Спасибо, что показали. Если что. Аккумулятор новый сделали, вон так. Оценим. У меня племянник в Праге хотел взять. Доедешь до Праги? Я говорю, иди туда и обратно вернусь. Говорю. С этим двигателем, да? Ну что, я говорю, тут накладки, подшипники, все новые. Тормозной цилиндр поменял, шланги все поменял. Олень. Заводской, да. Друг подогнал. У меня Волга была 21. Дорогой, она сейчас 1500 она стоит такой. 5 точно стоит. Хотел подкрыльники вон. Ретро-аппарат.